телек оставил включенный. Привет! Привет! Вы на канале Супер Лиза. И сегодня мы снимем тур. Да, дорогие друзья, мы решили сразу все это дело не снимать. Да. Мы решили все осмотреть, всю гостиницу, все-все-все. И теперь мы вам покажем большую семейную комнату. Large Family Room, так она называется. Еще есть просто семейный номер. Да, вот наша комната, 7112. Вот открывается, Кирилл открыл уже. Включайте свет. Мы заходим. Заходим. И здесь у нас сразу встречает слон. Ничего себе! Круто, да? Неожиданно. Да? Супер. Сердечки были, лебеди были, слона не было. Включай, Лиза, свет. И начинаем показывать номер. Вон там, возле кровати. Вон там, там, Лизонька, где бутылки с водой стоят. Вот там вот все выключатели. Вот, все. Вот. Так. Мы уже зашли. Да. Сначала видим слона большого. Иди сюда. Здесь вот у нас ванна. Включай тоже свет. Сначала у нас идет ванная. Да. Здесь у нас ванная комната. Дают сразу полотенце. Есть туалет. Душ. Да. Еще в комплекте есть вот такие гель для душа. Да, шампунь и кондиционер. Да. Коко. Душ очень есть большой. Есть большое зеркало. И это да. Очень хорошо. Привет. Есть большое зеркало. Есть поменьше, чтобы краситься. И главное. Привет. Есть. Yeah. Да. Так, идем дальше. Тут у нас шкаф. Тут да. Зеркало. Тут у нас шкаф, зеркало. Все это у нас, да. Большой шкаф-купе. Там внутри есть сейф. Так, идем а дальше. Значит, здесь у нас большая. Большая кровать. Одна одиночная. Одна да. Дальше идем. Там у нас холодильничек внизу есть. Холодильник. Чайник. То есть чай, кофе можно пить, да. Да, вот холодильничек. Здесь дверцы, которые задвигаются. Да, задвигаются. Вот, задвигаются. И открываются. И также со второй. Вот, это и вот да. И тут у нас вторая комната. Да. Здесь где мы есть... с Кириллом спим. Да. Тут я сплю. Двухэтажная, двухъярусная кровать. Кровати больше, чем людей. Да. А где сюрприз? Слон был сюрпризом. Нет. Да. Здесь спит Кирилл, а здесь Лиза. И там никто не спит. Да, там никто не спит. У нас кровати больше, чем надо. Но вот это вот и есть Large Family Room. А да, есть большая... еще простой семейный номер. Есть, да, простой семейный номер, он чуть поменьше. Он идет без двухъярусной кровати и без дополнительной такой кровати. А есть еще обычный, стандартный номер. Вот, смотри, как красиво. Да. Ого. Так. Да, это мы купили для сценария. Теперь, значит, Лиза, открывай балкон. Что характерно, сразу хочу показать. Открывается балкон. Балкон открывается, да. Скажи, как, Лиза? Вот, вы его закрываете, нажимаешь и открываешь. Да, то есть, но если... Смотрите, есть такой, подожди. Смотрите, прикольчик это... то, что, подожди, Кирилл. Есть такой прикол. Если ты будешь, допустим, в балкон, ну, давай выйдем. Снаружи. Смотрите, да. Снаружи. Мы как бы, как, все хорошо, мы будем закрывать балкон, ну, чтобы не нужно, допустим, кому-то подпасть. Вот, закроем балкон. Ну, там, посидим, а обратно мы уже не откроем. Да, это... вот тут в номерах очень, смотрите, внимательно. Балкон закрывается и не открывается. И только теперь попасть можно через главную дверь. И еще есть такой прикол. Давай, открывай, еще я одну. Единственное, конечно, можно честно сказать, шторы грязные. Вот это надо говорить, конечно, да. Честно, потому да, что все хорошо, вроде как и даже убирают неплохо, но шторы... Да, ожидают ждать лучшего. Просто снять пятна. Где мои деньги? Идем дальше. Я еще один прикольчик. Но слон это круто. Тут еще раз его покажу. Открыв.
очками, главное. Да. Тут дверь, она открывается как бы с карточкой. Да. Но, подожди, Кирилл, подожди, отойди. Вот она вот так открывается. Да, она хочу. Закрывается и открывается. Но, допустим, если вы закроете и на щелчок, да. То вы... карточкой можно открыть, Лиза. Да? Да, нашей карточкой можно открыть, которая нам выдается. А карточка, которая у уборщика, она не открывает дверь, если закрыта защелка. А, ну... Потому что мы один раз забыли защелку. Да, я забыл защелку открыть. И уборщик не смог попасть сюда, он потом сказал. И я своей карточкой смог открыть защелку. Это, то есть, даже если вот так вот закроете дверь и защелкните. Ну вот, если цепочка, все уже, тогда если да. Если цепочка, вот, ну... Тогда уже все. По-любому, если, допустим, с карточкой вы никак не попадаете. Да. Но если закрываете защелкой, да, то все это нормально. И есть глазочек. Да. А еще самый прикол, что я не видел ни в одном отеле. Эти карточки стоят. Обычно как? Ты открыл номер, вставил сюда карточку свою, чтобы был свет в отеле. Ну, это в номере. Эти карточки стоят в каждом номере, уже сразу же. Пап. То есть не надо их выбирать. Так, про карточку вам рассказали, про номер это рассказали. И что еще очень, кстати, хорошо, расположение нашего номера очень-очень замечательное. Прям возле горок. Прям возле горок, сразу. И прям возле бассейна. И прям возле бассейна, и прямо возле ресторана. Тихо, спокойно. Есть номера, которые вообще напротив горок. Там очень шумно. Да. А здесь нет. Здесь тихо, спокойно. Вот там играет музыка, а здесь ее совсем не слышно абсолютно. Тут можно днем спокойно спать. Так что нас не обманули на рецепции, когда сказали, что это самый лучший номер. Действительно, да. Дорогие друзья, открывается вид красивый. Балкон прямо, да, на бассейн, на горке. Да. Значит, мы вам покажем стандартный номер, и потом в следующем видео покажем вам территорию отеля, горки и так далее, да? Пока мы с вами разговаривали, дорогие друзья, Кирилл уже забрался наверх. Да. Ну давай, ложись спать. Все, как ты храпишь? А номера? Все ребята, смотрите на канал Супер Лиза. Да, да. Так что мы вам показали, вы судите сами, хорошие номера, нехорошие или плохие, но нам очень понравились. Да. Номера действительно классные, прикольные, и место расположения очень шикарное. Пока что, друзья. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал Супер Лиза. Пока-пока. Пока-пока, друзья. До скорой встреч. Я пока-пока. Пойду купаться. А Кирилл пошел купаться в ластах, да. Правда, у него на размеры так очень большие, ну ладно. Ну все, пока-пока, друзья. Пока. Итак, показываем уже на следующий день нашу комнату. Открывай, Кирилл. Открывай, открывай. Та-да! Вот это круто, да? А, Лиза, ну как, Кирилл? А кто это? Это обезьянка. Человек. Круто, да? Да. Вчера у нас был слон, а сегодня обезьянка. А, классно, да? Вот так, да? Поэтому я решил это тоже заснять. Просто круто. С лицом все полагается, обезьянка. А, супер. А кто телек оставил включенный? Лиза, это ты лежишь или Кирилл? Да, это я. Это мама. Кто тут телек смотрит, а? Полная темнота, смотри. А, прикол. Я сразу зашел. Вот фантазия. Я сразу зашел. Да. Я обалдел, да? Я сразу зашел. Кто это здесь уже? Да. Вот это круто, а? Я уже... Вот это круто. Да. Да.